Вчера ходила в баню перед отъездом. Женский день был у нас в бане на Принц-Регент. И захожу, стоит на входе женщина в такой маске. Ну, судя по ее междометиям, я поняла, что она русская, хотя она говорила по-немецки. Говорю, что случилось? Она говорит, не пускают в маске. Я, говорит, им объясняю, что нет у меня вот такой маски FFP. Нету. Но есть еще одна чистая, свежая, новая, еще одна такая. Тут идти, вот в бане, с собой в бане не надо в маске быть, а нужно просто от входа, от кассы подняться, 11 лесенок, вход, и все. Я им объясняю, что тут мне подниматься 2 секунды, ну пустите меня в этой маске. Достала она эту маску новую абсолютно в упаковке, говорит, давайте я 2 маски одену, 2 вот так. Ни одного человека нет в бане. Нет. Она позвала руководителя службы безопасности. Он сказал, что нет, нельзя. Идите в аптеку, покупайте вот эту FFP, и только тогда вы сможете эти 11 ступенек пройти. Так они ее не пустили. Такая немецкая пунктуальность. А я сейчас иду по аэропорту, смотрю, многие люди идут в таких масках. Таких-то намного легче идти. Я вот сейчас ее достала, думаю, о, я сейчас буду в этой маске, в самолете полечу в этой, чем в этой. Это вообще такая духота, вон она там, это, еще на поролоне так прилепляется, и дышать невозможно. Жуть. В общем, все, улетаем. Всем привет, Снеткин.